Знакомьтесь, Татьяна Березюк, писательница, сказочница, автор книги «Между небом и землей», живет в городе Мурманск на берегу холодного Баренцева моря. Страница книги «Между небом и землей» пропитана морским воздухом и звездным светом, полна сказочных тайн и волшебства. Вместе с главными героями книги, мальчиком Васильком, его друзьями котом Германом, который любит читать газеты, крысами, усачом и скрипачом, обезьянкой Люси и бельчинком Летяга по имени Гриша, вы отправитесь в путешествие для того, чтобы открыть тайну юного мореплавателя. Его команда ждет множество приключений, открытий и встреч. Друзьям помогает крепкая дружба и взаимовыручка. Они смогли вытащить морского царя и продолжили свой путь к Северному полюсу. Вы познакомитесь с изобретательным бобром-водолазом Батискафовичем, который в одиночку решил пересечь океан. Именно он соорудил бочку и помог героям книги спуститься на морское дно с осьминогом и отпраздновать день рождения каракатицы. Однажды друзья встретили колючий шар, который на самом деле оказался морским ежом, и в отличие от лесного ежика, он любит морскую капусту, а не яблоки. В книге живут киты. И киты вовсе не чудовища. Они добрые, умные и поют красивые песни. Старая шаманка Аяна, живущая далеко на севере, даст юному капитану всего лишь один совет. Слушай свое сердце, лишь оно подскажет тебе верную дорогу. А из ее рук вылетит прекрасная бабочка. Сказочный мир полон сюрпризов. Удивительная встреча читателю предстоит с зайцем и черепахой, на панцире которой нарисована карта звездного неба, указывающая путь домой. А небесные стражи, похожие на гномов, с седыми бородами, с высокими колпаками, на кончиках которых сияют звездочки, охраняют этот путь. И, конечно же, Васильку удастся отыскать свой дом, который окажется среди звезд. И именно там, в замке величественной королевы Дагмары, где сны выливаются на землю из волшебного кувшина, ему предстоит сделать непростой выбор – остаться жить среди звезд или все же вернуться на землю. Карта морского путешествия поможет вам пройти маршрут героям книги и вспомнить необыкновенные приключения капитана и его друзей. Дальние странствия, неведомые земли и миры раскрывают нам книга «Между небом и землей». Это книга приключения, книга-загадка. И только дочитав книгу до конца, перед вами откроется тайна мачты старого корабля.